Идите по следам Нептуна. В следующий понедельник он спрячет очередной подарок для вас. А пока о последнем выигравшем. В этот раз загадка оказалась не из простых. Едет к нам Нептун сюда! Летняя акция телеканала «Июнь» продолжается. Горожане идут по следам Нептуна в поисках подарка. Но на этот раз загадка морского волшебника оказалась слишком сложной. Несколько дней горожане не могли ее разгадать. Позвонили к нам в студию за подсказкой. Но буквально через несколько минут победитель нашелся. Александр сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Как вам удалось все-таки найти подарок и разгадать загадку? Я на самом деле очень удивился, что несколько дней подряд ее показывали по телевизору, и никто не мог догадаться. По-моему, это элементарно. Ведь единственные друзья Нептуна – это ракушки. И аттракцион с ракушками как раз-таки был разгадкой. Я пошел, побродил немного вокруг и нашел подарок. Интересная акция для детей, для взрослых. И я с удовольствием смотрю этот канал. Телеканал «Июнь» поздравляет вас с победой. Наши партнеры кофейни «Кофе Стори» вручают вам сертификат. Проведите приятный вечер. Также кинотеатр «Кузбасс» присоединяется к поздравлениям и специально для вас билет в кино. Спасибо огромное. Спасибо, Александр, за участие. Ждем вас еще. А акция «По следам Нептуна» продолжается. В следующий понедельник новая загадка. Не пропусти.